Remekül rajtolt Bai Balázs, de kiválóan ment Omar Meklávics, aki vezet pillanatilag. Balázs remekül jön Eris Merit mellett. Шубенков átteszi most a vezetés. Шубенков фантастический. Быстрее ветра. Сергей Шубенков обновил рекорд России. Теперь барнаулиц бегает 110 метров с барьерами за 12,92 секунды. Впрочем, прежний рекордный результат принадлежит ему же. Вот этим забегом в Венгрии Сергей установил новое достижение в мировом спорте. Это тот самый рекорд страны, а еще лучший результат сезона и второй результат в истории Европы. Быстрее Сергея на старом континенте бегал только британец Колин Джексон ровно 25 лет назад. И это еще не все. Второй раз в стартах 2018-го наш земляк выбегает за 13 секунд. Извечный соперник Шубенкова, действующий олимпийский чемпион и чемпион мира Омар Маклеод, к удивлению, лишь шестой. Наверняка на дорожках швейцарской Лозанны 5 июля будет очень жарко. Именно там эти два самых быстрых барьериста планеты вновь будут выяснять, кто из них номер один на данный момент.